Всем привет, с вами Кембер, и это наш 9-й выпуск выживания на острове, то есть летсплей. Сейчас вы поймите меня правильно, нету 8-го выпуска, потому что он на данный момент очень долго обрабатывается. На нем очень много лагов, много всего, поэтому извините, что оно, наверное, выйдет даже позже, чем эта серия. Так, я назову его «Прогулка по аду» серию. Вот, я портал построил. Давайте отправимся в ад. Это нелёгкая игра. Мне вот это бесит, когда он такой, мне кажется, что он наркоман. Скажу вам честно. Так. Там действительно как наркоман кружится. Ой-ой-ой-ой, лишь бы сейчас еще не упасть никуда. Был почти рядом. Ох ты, это самый зомби, круто, а не, есть гаст. Вы не будете против, если я поставлю на мирную. Мне очень страшно играть тут гаст, они просто разрушат к черту меня и портал. Извините меня за лаги, у меня всегда, вот когда попадаю в ад, у меня всегда такие лаги. Обязательно это. У меня прям как традиция. Я в аду, все, у меня начинаются лаги. Я забыл даже на паузу поставить, чтобы у меня он перегрузился. Так, вот сюда, я думаю, лучше поставлю, а там вдруг куда-нибудь еще просто побегу прямо и побегу прямо что. Нет! Ладно, я к вам вернусь потом. И я снова с вами. У меня к вам очень-очень плохая новость. Очень печальная. Эх, будем сочувствовать. Шапка погибла. И меч тоже. Но все остальное уцелело, к счастью. Да, это был просто эпик. Меня больше, знаете, что всего удивляет? Что в аду? Меня это удивляет больше всего. Так, ну ладно, я когда заберусь, я к вам вернусь. Я снова с вами. Вот, мы добыли чуть-чуть блоков. И давайте чуть погуляем по аду. Не зря я назову серию «Прогулка по аду». Потому что действительно мы будем гулять по аду. Самое главное, не потерять всю броню. Хотя нафиг я ее брал, если я ее... О, там есть какое-то строение. Замок. Так, ну тут надо будет... Очень-очень-очень аккуратно. Да. Насобираю-ка я лучше обсидиан. Ой, адского камня побольше. Тихо-тихо. Кстати, вот у меня есть к вам такая новость. Ладно, когда я дострою, я не хочу тратить ваше время. И свое тоже. То есть ваше только не хочу время тратить. И вот я добрался сюда, вот уже, блин, зависает, я не пойму из-за чего. Так, аккуратно. Адского камня, адского кирпича, он никогда не помешает. Стоп, тут мне показалось, тут уже все, нету больше дороги. Так, надеюсь, тут эфриты есть. О, прям так близко стоит. Ну, а я лучше с той стороны выбегу. Извините за эти лаги тупые. Я сам не рад. Да, это еще лучше. Освежитель лагов, блин. О, это как, знаете, помойка ихняя. Сейчас честно, вот, это я, конечно, украл из ОЛОшки, такое словечко, но я с ним прав, абсолютно прав. Кто не любит пугаться, подпишитесь на мой канал или поставьте лайк под видео. Я вот просто ненавижу пугаться, особенно когда свинозомби выбегает из-за угла и начинает меня убивать. Этого просто ненавижу. Со мной это частично всегда происходит в аду. Поэтому мне в аду лучше играть намеренно. Я не очень такой везучий. В аду именно я вообще не везучий.
Я больше на сушу езжу, чем. Так, отлично. Вот. Добыли чуть-чуть как нам, светящаяся пыль. Да, пыль же. Да, пыль. Так, ну думаю, за мной. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. О, нет. Вы тоже слышали этот звук? И откуда он происходит? Ну что ж, ладно, я сюда еще вернусь. Блин, лава так и не исчезла, ну на тебе. Так, добуду адского кирпича. Может для какой-нибудь постройки понадобится. Не знаю, не знаю. Вот лично мне адский кирпич очень нравится, он очень красивый. Я считаю, что это самый красивый блок в Майнкрафте, не включая мой любимый лаймовый, хотя это даже не блок, это шерсть, теоретически, да. Но все равно, мне нравятся адские кирпичи, и зада, это мне нравится больше всего. Ну и постройки тоже нравятся. Так, сундучок, из сундучка надо забрать все вещи, в том числе еду. Кстати, я забыл вам сказать, что я сюда еду, все положил. Было круто. Это был полный адреналин. Ровно 7. Не, уже 7.5 секунд. Так, песок, душ, песок, душ. Ладно, сейчас пойду дерево добуду. Блин, у меня пора нет. Мне иногда кажется, что я как нуб. Просто топор даже не делаю. Не знаю, мне вот как-то топор не нравится, мне даже пофиг на него, я даже не хочу его собирать. То есть делать. От него, мне кажется, от него просто помехи, мешает он мне. Лично мне он мешает. Мне иногда кажется, что он просто сундук заполняет. Мотыга в том числе. То мотыга навсегда, вот не очень такая нужна. Только разве что для фермера. Так, надо создать второй сундук, и я не знаю, где я его поставлю. Так, и где я их поставлю? Может так вот? Не очень тупо. Так, 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 так. Вот сюда можно один. А что, можно только стекло? А, на данный момент хай будет уже. Так. А хотя даже можно по-другому. Да, вот тут просто так вот прыгнуть и все. Прыгнуть и все. Ничего страшного. Так, 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 положу сюда все. И что ж, ладно, всем пока, с вами был Кемпер, счастливого вечера, ставьте лайки, особенно подписывайтесь на канал, и будет вам счастье с алмазами, всем пока.